такое телефон и как он выглядит. Это такой большой прямоугольник, и на нем еще чехол. Или мы звоним, или нам звонят. Телефон — это тот, который по нему звонят, если человек далеко, чтобы узнать, как у них дела. Телефон – это прибор, по которому можно звонить, играть и смс-ки читать. Можно на нем всякие рецепты смотреть, записываться куда-то, работать на нем. Телефон – это маленький робот, который называется гаджетом. По нему можно звонить. Там можно играть в телефоне и писать смс-ки. Это когда можно отправлять смс-ки, звонить, играть на телефоне. Это такое небольшое устройство, на котором можно послушать музыку, поиграть на телефоне. Надо включить кнопку включения, потом уже нажимать, что ты хочешь. Что можно делать с телефоном? Потому что мне мама скачала обучающую игру «Учу буквы и цифры». А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И. Играю в самолеты. Что это за игра такая? Там нужно самолеты другие убивать, и тогда ты выигрываешь, если тебя, конечно, не убьют. Я еще играю в гонки. В шашки. Что это за игра такая? Ну, это вот есть не... Вот, это есть на телефоне шашки, и есть, которые человек сам в шашки играет. Там шашки, которые играют в разных странах. Я играю в дракончика. Что это за игра такая? Там надо... Один дракончик должен есть других дракончиков. И когда он ясно, если выиграешь, можно получить приз. Я все не играла, Далила. Нет. Почему? Потому что я слушаю музыку на телефоне. Какое? Да, разные музыки. Какая тебе больше нравится? Про Деда Мороза. Споешь? Нет, я еще пока не помню.